Итак, всем привет, ребята. С вами Император Prime, командир клана Рейнс. И в данный момент, как вы видите, карта Прохоровка. У нас глобальная карта. Война на глобальной карте, скажем так. В данный момент, вы сами знаете, множество танков. Вот здесь Rush идет по шестой линии. В общем, смотря кого... Какая больная фантазия. В общем, мы что делаем? В данный момент одна из тактик, мы используем, скажем так, СТ-шки для подсвета, естественно, и прикрытие двух 68-х, которые очень хорошо стреляют, и, естественно, 50Б. То есть мы и вот эту часть будем прикрывать, если кто-то будет стрелять, то есть весь центр вот от этого квадрата. Плюс Е4, который очень спрятался хорошо. Ну, скажем так вот. В общем, начинаем канитель, серьезную канитель. Итак, мы видим первых уже чувачков, которые типа как-то светят непонятно, типа как-то едут. Типа, короче, пацаны, смотрите, теперь что эти дебилы делают. В общем, одна группа отделилась, а вторая поехала сюда. Стоит, точнее. Непонятно вообще нахера и зачем. В общем, делаем ДПМные вещи, альфа как у сотки, КД далеко как не у сотки. Итак, вот первый чувачок уже насосал. Теперь делаем так, что наша группа этих СТ-шек просто разрывает, потому что они отделились, их в первую очередь надо выбить. Это однозначно. Итак, свожусь, я готов стрелять, просто стрелять. Ну, давай, кто там еще? Едет там. Уничтожен. Уничтожен. Полторушка косаря есть. Итак, я в засвете. 62-ка пытается что-то мне ехать убить. Ну, если голдой, этот чукча не пробивает меня. Даже на голде. Счет 5-1. Выбили одну группу. Теперь выбиваем вторую группу. Просто ушатываем. Выцеливаю ее пятого. Ну, где ты, малыш? А вот ты, да? Получи плюху еще на 605. Это тебе не сотка с 16 секундами КД. Это тебе, братишка, 268 объект. Итак, работаем. Еще свожусь. Плюха. Еще на 773 плюха. Счет 7-2. 2800 дамага. Дальше. Вижу справа цель, которая там что-то уже хочет просто получить пиздюлину по полной. В общем, я свелся. Ну, где ты? В общем, как вы видите, группа просто летает по всей карте и вышатывает всех постепенно. Свожусь на 140. Ну, малыш, давай. Ты ж просишь получить. 763. Еще получи плюху. То есть я как бы стою сзади, никого не трогаю, меня никто не трогает. Ну, я даю пиздюлей по полной. Свожусь. Полетел кусок кирпича на 736. Итак, все, просто лопаются на глаза. Хлоп. Кто дальше? Еще 3 СТ-шки осталось. То есть мне уже, в принципе, и стрелять даже не по ком, потому что всех просто разрывают. Поразрывали, все позиции заняли. Можно было поиздеваться, конечно, над ними. Ну да ладно. 4300 дамага. Опа, познакомлюсь с кланом для интимных вылазок на ГК. В общем, нормальная тема. 15-5 счет. Работа фокуса и прикрытие 268 дало свои плоды, скажем так. Так что, всем спасибо. С вами был Император Prime, командир клана Reigns. Всем удачных нагибов. Подписываемся на канал. Ставим лайки, кому понравилось. Всем